Всем доброго времени суток. Вот, решил поделиться своим таким изобретением небольшим. Вот, нечаянно это сдирал наклейку с внутренней стороны заднего стекла вот, автомобиля. И нечаянно повредил. Вот, повредил нить обогрева заднего стекла. И вот, вот, маленькая такая вот. И вторую нить тоже повредил. Вот, повредил. Вот тут несколько повреждений, вот, и перестала греть обогрев заднего стекла, вот две полосы вот этих вот. Вот, на просторах интернета видел видео, покупают клей электротокопроводящий, вот, ну, я сейчас приехал в село, тут нет такого, как бы, клея негде купить, вот, думал. И вот надумал все такое вот простое. Вот. Вот такая вот фокус. Вот такая вот. У меня пластинка медная была, да? Тоненькая, как фольга, да? Вот медная. Ну, я вырезал вот такие вот две пластиночки, да? Вот они. Такие пластиночки, две тоненькие. Вот, ну, по ширине и нити накаливания. Вот. Обогрева заднего стекла. Ну, естественно, перед этим протер спиртом. Вот. Ну и скотч. Скотч я брал. Обычный скотч. Как бы, немножко уменьшал его, наклеивал. Эту медную пластинку на скотч сначала, да, вот, а потом сейчас покажу с внутренней стороны, вот, что у нас тут с внутренней стороны, так, фокус, вот, вот одна пластинка, да, а здесь вторая, ну, тут три повреждения, вот, прямо наложил эту пластинку на нить обогрева заднего стекла. Вот. Вот, ну, сейчас попробуем, как она работает. Вот, ну, попробуем так. Так, ну, сейчас включим. Оп! Запотело все, да? Включим. Так. Ну вот и смотрим. Так. Смотрим. Вот одна. И вторая. Вот, видим, нагрев пошел. Нить нагрев пошел, да, и вот вторая побольше, нагрев пошел, все греет, не знаю, сколько проработает, ну работает, как бы, да, может, кому-нибудь будет полезно. Вот. Спасибо за внимание. Всем мира, добра. Не болейте.